Прием заявок завершен. Уже через неделю Ханты-Мансийск примет 26-й международный экологический телевизионный фестиваль «Спасти и сохранить». В адрес телерадиокомпании «Югория», организатора этого масштабного мероприятия, пришло более 300 конкурсных работ из 27 стран мира. Все они заслуживают внимания. О том, какие проблемы поднимают авторы, расскажет Марина Селезнева. Уникальная экосистема из лесов, болот и воды. Место, где не ловит мобильная связь и нет интернета. В фильме «Валдозерский парк» рассказывают о заповедной территории, которую бережно и тщательно охраняет уже 30 лет. Удивительные кадры перенесут зрителя в затерянные уголки Карельской тайги, покажут природные и рукотворные памятники, познакомят с людьми, которые сознательно выбрали жизнь в труднодоступном северном крае, чтобы сохранить первозданную природу. Там, где уже, в общем-то, лес сведен не по вине человека, а природными этими катаклизмами, и вот там был опробован метод посадки саженцев, ведется за ними ежегодное наблюдение. До 50 сантиметров ежегодный прирост – это вполне нормально, когда они уже укоренились и обосновались на своем месте. А это горный хребет Тукуринга – один из самых популярных туристических маршрутов Зейского края. Очень прям жарко. Это север Амурской области. Да, на секундочку. Мы на севере, тут снег и жарко. Вместе с опытными путешественниками съемочная группа ГТРК «Амур» отправилась покорять вершины, чтобы запечатлеть красоту этих мест. Там внизу у подножия Тукурингры вовсю уже царит весна. Нет ни снега, практически ветра, а здесь еще конкретная зима. Снега в некоторых местах по колено, а то и по пояс. Но вся эта красота может исчезнуть, и виной тому человек. В фильме «Зеленая химия» ученые рассказывают, как предотвратить экологическую катастрофу. Очистка почвы при помощи растений, безотходное производство пластика, зеленое топливо и безопасные удобрения. Эти разработки могут изменить жизнь людей на планете всего за несколько десятков лет. Человечеству нужно остановиться, озаботиться проблемой экологии и начать делать по-другому. Потому что, смотрите, ведь зеленые процессы очень многие уже разработаны. Но проблема состоит в том, что одно дело сделать в лаборатории, и совсем другое – это построить промышленное предприятие. 27 стран объединил телефестиваль «Спасти и сохранить». Напомним, он стартует 1 июня в Ханты-Мансийске. Интересные мероприятия ждут участников разных медиаспециальностей и даже возрастов. Старт первой детской медиашколы – яркий тому пример. Она пройдет в течение 3 дней. Пополнять свои знания, навыки в ней смогут не только участники детского творческого конкурса, но и юнкоры из Ханты-Мансийска, Ханты-Мансийского района и других муниципальных образований. Стоит отметить, что с каждым годом увеличивается число независимых авторов, а значит, тема экологии волнует каждого. Марина Селезнева, Вести Югория, Ханты-Мансийск.